Один раз на 5 лет. Выбор в пользу своего кандидата в губернаторы Московской области жители поселка Дома отдыха Огарева могли сделать на избирательном участке 3949. В помещении установлены 2 КАИБа, 4 кабинки для голосования. Специально предусмотрено и место для наблюдателей, представителей районной общественной палаты, партии КПРФ и Единой России. В этой начальной школе голосовали жители Усова, Усова-Тупика, Огарева и Колчуги. Все идет в штатном режиме, проведено тестирование КАИБов 2017, все успешно, подписаны протоколы. В 8:00 был открыт избирательный участок, избиратели приступили к голосованию. Здесь же, в Усово, проголосовал и депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков. Народный избранник еще до открытия проверил готовность избирательных участков к выборам. Везде, где мы были, голосование открылось, участки открылись, идет работа, пошли первые избиратели. Вот сегодня с 7:30 как раз такой контроль у нас осуществляется. Ранним утром свой выбор сделал и глава Одинцовского района Андрей Иванов. Он отметил, что на избирательный участок пришел не как управленец, а как житель района, подавая пример гражданской активности. Считаю, что в этот день отсиживаться на диванах около телевизора нельзя, потому что сегодня решается судьба Подмосковья, судьба миллионов людей, в том числе близких и родных для нас. И мы обязаны, я считаю, выполнить свой долг, прийти на избирательные участки, проголосовать. В день выборов губернатора на избирательных участках ждали звезд. Не секрет, что среди жителей Одинцовского района немало деятелей культуры и искусства. Еще до обеда в Жуковке проголосовал заслуженный артист России Игорь Угольников. Известный актер и продюсер приехал туда со съемок фильма о подольских курсантах. То, что происходит сейчас в Московской области, очень позитивно. И необходимо развивать то, что было сделано и в социальной сфере, и даже в сфере бизнеса. Вижу, как меняется все к лучшему, и поэтому считаю своим долгом участвовать в выборах. Ну и как член общественной палаты Московской области предстоит большая работа в сфере культуры, в сфере и социальной. И здесь нам предстоит много чего сделать на благо нашей Московской области, не только. Каким будет Подмосковье в ближайшие 5 лет? Это предстояло решить избирателям, которые делали выбор в пользу своего кандидата. Каким бы вы хотели видеть Московскую область, в частности Одинцовский район? Мы бы хотели видеть благоустроенным, чистым, светлым, доступным для детей. Чтобы было все у нас доступное, детские учреждения, образовательные, культурные. Сейчас просто нам все нравится, поэтому даже нельзя, наверное, говорить, за кого мы голосуем, но мы голосуем за продолжение курса выбранного, что нам, нас поддерживают, нам помогают, все у нас хорошо, поэтому мы довольны, поэтому мы голосуем. Выборы губернатора в поселениях района сопровождались концертной и спортивной программой. Были сделаны и современные акценты, таблички для селфи и презенты для тех, кто голосовал в первый раз.